Традиционно субботний день на рынке Лагуна – это пора праздников. С главной сцены здесь звучит музыка. Часто на площадке проходят благотворительные концерты, в рамках которых осуществляется сбор средств для больных малышей. В этот раз праздник особый и, что немаловажно, двойной. Во-первых, весело и с задором началась масленичная неделя. А во-вторых, в рамках очередного мероприятия состоялось чествование волонтеров-активистов. Мы очень часто проводим на рынке концерты, акции, благотворительные акции. Сегодня наш концерт посвящен именно волонтерскому движению, тем людям, которые действительно молодежь, которые помогают ветеранам. Они приходят к ним домой, помогают им убраться, принести что-то с магазина. Мы хотели их очень отметить, потому что действительно ветераны уже в таком возрасте, что им нужна помощь, они не могут сами иногда даже сходить в магазин. А вот волонтеры им в этом помогают. В торжественной обстановке из рук руководителя рынка свои заслуженные дипломы получили две девушки – учащиеся средней школы номер 10 Анастасия Корецкая и Софья Тарасюк. Они представители Белорусского республиканского союза молодежи, активно участвуют в реализации большого количества акций и проектов, а также и сами проявляют инициативу. Например, Анастасия, обладая хорошими вокальными данными, часто становится участницей концертов. Девушки давно дружат, поэтому активно поддерживают идеи и начинания друг друга. А волонтерство считают миссией важной и нужной в современном мире. Каждому человеку нужна помощь, а волонтеры помогают людям, которым нужна помощь. Я вступила в БРСМ, и они мне помогают с этим. Они пригласили меня к Марии Яковлевне, теперь я с Настей. Не часто хожу. Я занимаюсь этим очень давно, мне это очень нравится, просто для души. Мне свободно дается все, и мне очень хочется помогать людям, а не просто сидеть дома, как это делают большинство школьников в наше время. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».